Как это, блядь, возможно? Непонятно. Не, блядь, в принципе, норм. Ну, по большому счету, просто для USB, типа, там все равно нету особо альтернатив. Тем более за эти деньги. Там все равно этот шурк стоит 25, он, конечно, дороже всех Блюете, по-моему, стоит. Так что да. По большому счету тоже норм. Ладно. 1902. Let's go! Nice. Пониже нажимаем. Я забыл про эту. Про эту часть песни. Так. Book of Revelations и Milk. Это, кстати, рыба хорошо подходит. Удивление, нормально подходит. Так, Milk, Book of Revelations. Были такие? Опа, СМС. Опа. А это то, что я уже видел, да, наверное, 1646 лу. Стоп. Два подряд обновления, что? Одна минута разница. Подожди. Подожди, одна минута разница. Теперь мне стало интересно. А, тут только одно, только последнее. Блять, они ёбнутые в этом UPS, походу. Чек, ну ладно. А ставка была на ХП, лол. Не знаю, Дюк, сам думай. Или отменяй, или считай. Я считать не буду точно, мне лень. Но я вроде один раз уже повязал. Уже плюс... Да, про нее и говорили, да, Зак. Ну типа один хер, блядь, это же стоит меньше, правильно? В любом случае. И типа этот шур за 25к, я думаю, все равно не будет уровня СНБ 7. Уж никак, наверное. Все будет, наверное, проще. Тем более, что это USB микрофон, там все, ты переплачиваешь за всю эту хуйню, которую туда всунули. Полцены. Чтобы он работал от USB. Ну, по сути, для стрима, да. Для стрима, по сути, это не особо. Я потом и говорю тебе, блять, СМБ 7 для стрима. Ну, были бы, конечно, деньги лишние, пиздец. Прям 40к выкинуть. Ну, может быть, купил бы. Но нет. У меня была цель именно купить эту динамику просто. Чтобы уже больше точно не менять эти микрофоны в ближайшее время. Ну и вроде тут у нас, Катя, какой-то норм тема. Интерфейс хороший, у меня не сильно хороший интерфейс. У меня за 12к, по-моему. Но тут опять же у меня такая безысходность, потому что у меня мониторы стоят. Студийные, там хочешь не хочешь, надо брать интерфейсы, ну, чтобы они играли хоть как-то. Тут уж ничего не сделаешь. Но потому и прикол в том, что у меня гейна не хватает, потому что у него очень простой интерфейс стоит. У него типа там 50, по-моему, децибел на входе в этот микрофон, и этого не хватает. В этом-то и прикол. Потому что типа норм интерфейс стоит там 1000 по 20-30 плюс и дальше. Там было норм усиление для этих инструментов и микрофона. Я видел эти, у меня бомб нет, я, может, потом в магаз зайду. Посмотрим. И там вроде кость была. Кость, по идее, надо брать. Кость, которая ребро. Уже 2 хп, 3, 4. Сейчас будет минус 1, лол. О, кончилось, господи, все.
Какая долгая гача-пауза. Стоп. Стоп, что? Это FSI скинул? Ребро уже нет, мне жалко теперь хп. Орбиталки хватит. Ребро нет. Я не хочу хп терять. Я знаю про ребро. Я сделал свой выбор. Ну, вроде 3, да, хп? Вроде 3 плюс получается. Вроде 3 плюс. Очень громко, да нормально. Это Beatles. Yes, it's always banging. Nothing but bangers here. Best gacha VIP in Russian meme songs on Twitch. Чекаем. Humble Bundle. Эх, 0 копеек. Чё-то, по-моему, пока не особо с этим получается. Блин, песня кайфовая. Так уж и трахает. А, ну чё песня, там ещё вахом уже остался, господи. Жвачка, господи. О. Прекрасная песня, одна за одной. Это вахом заказал. Тоже эстет. Музыкальный. Стоп, тут нет. Костра. Я уже видел тот свет. Так, первого не видел. Первая слева. Слева. Чего? Ну-ка. Вопрос, пойду ли я на телепорт 2.0 или нет. Скорее всего нет. Так, надо купить батарейку потом после босса. Там вроде за 3 копейки, да, была батарейка вроде? Вроде была. Пойдешь? Вряд ли. Книжка больно полезная. Бля, не пойду. ПТС. Дюк пропал. Опять надо всё саму делать, господи, как это сложно. Prediction. Выберите исход. 3 или больше, правильно? Фуч, чё? Смотрел стрим со самой мыши. Паша, как вообще идет? Песен происходит. Она ответила, типа, они с продюсером приезжают на студию, нюхают, начинают творить, что именно нюхают, не уточнила. Надеюсь, мебель. Осуждаю. Будущего нет. Однозначно нет.
pretty fly. Танцировать. Свои песни кончились. Даже непривычно стало. А, блядь, не закончились. Сука. Что такое? Что такого не помню. Excel? Подожди. Книжка, да. Ну, вроде типа мы в безопасности, поэтому можно пофармить, наверное. Это, по идее, получается не очень-то логично. Наоборот, нужно было книжку брать, чтобы не фармить. Я буду фармить, имея кошку, да. Может, я Габи хочу найти в эроруме, возможно. Чё там упало? Дай. Чё себе. Катя шакалит? Не должно. Не знаю. Да, может, это автовыбор. Вроде не должен шикарить. У меня вроде 0 дропов фреймов вообще за 3 часа. Вроде такого не помню, нет. Да, не, возможно, невозможно, не слышал. Не утверждаю. Может, не помню просто. Я уже только все послушал, так что я не уверен. Я себя не причислял к гаче на таком пока еще. У меня такого пока еще звания нет. Вроде. Гача пост. Окей. Люди любят гачимиса, это правда. Это странно, но это правда. Ты же сам это либо делаешь. Нелогично. Либра сам себе противоречит. О, найс. Два тренинга только. Я это заберу. Шрёдингера. У меня, блядь, UPS, блядь, Шрёдингера, походу, происходит с этой посылкой. Просто мем. Блядь, Красноярск, теперь, блядь, Москва. Как, блядь, что, блядь? И притом мне никто не звонил все это время, ни одного раза. Не писали, ни звонили, этим уродом писал два раза, нихуя ни, никто не ответил на этой почте. Просто пиздец. Сервис охуительный, конечно. Ключ не взял. Ну, шведям позвоню. Типа один раз ждал 25 минут от ответа, другой раз ответили сразу. Может, опять повезет, может. Опять быстро ответит. Может, прямо сейчас позвоню.
на перерыве. Попробую. Ну, походу, они реально, да, откатили, походу. Обратно на Москву. На громкую? Да не. Мы ж не это. Как это? Не конфликтеры. Мы ж не хотим драму устраивать. Просто хочу понять, что, блядь, происходит. Потому что непонятно абсолютно ничего. Просто вообще никак. По их сайту, что происходит и где, блядь, посылка реально находится. Чем можно почитать по-другому сайту? Что там? Реально, давайте там посмотрим. Что там напишут? Я же какой-то сайт находил еще для трекинга. Потому что эти псы только показывают последний статус. Больше они ни хера не показывают. Типа историю даже не посмотреть. Неудобно. Ну-ка. Прям хочу увидеть, что там был типа мой город, а потом обратно Москва. Это ж прям охуенно. Подожди, смотрим. Так, подожди. Смотрим, 31 января, 20:00, отправлено со склада. 1 февраля, 5 утра, местное время, Красноярск. Написано, прибыло на склад. 16:45, 1 февраля, 16:45, прошло 11 часов. Мы не смогли захватить пакет, как планировали, на самолет. Московская область, Первомайская. Как? Почему? То есть оно на складе в Красноярске, потом мы не смогли захватить пакет на самолет, из Москвы пишут. После этого. Как-то, что-то как-то логика не складывается. Как-то вот, ну вот вообще никак. Ну ладно. Это как-то пиздец. Или может они думали, что в 5 часов прибудут, если отправят. И, типа им вообще похуй на все, а потом поняли, что нихуя не отправили и написали, типа оно еще не отправлено. Пиздец просто. Ой, блядь. Это, блядь, просто дохуеваешь иной раз. Чё происходит? Как люди это... работают так. Подожди. Вроде выгодно. Хуйня какая-то получилась. Привет, Фафнерник. Добрый вечер вам. Это быстрее микрофона, да. Микрофон шел 2 недели, получается. Ровно, по-моему. Ну, считай, ровно 2 недели. Ну, как бы, правда, не обещали 2 недели при этом, как бы там вопросов нет. Даже чуть быстрее привезли. А тут, типа, казалось будто вот, типа, вот-вот, сейчас за 3 дня прилетит, и, типа, в итоге уже неделя, еще хер пойми, сколько будет дальше теперь. Нет, там курьерская служба своя, Анкор. У нас же есть все эти UPS, FedEx, DHL, у них у всех тут курьерские службы. Полное обслуживание. Благо нет, не через почту. Блять, это было бы охуенно. Если бы через почту бы это пихали, я бы вообще охуел бы, наверное. Боже, блять, упаси еще с нашей почтой связываться. Вместе с этим. Уже будет слишком страшно. Ну, полагаю, просто они нихера не отправили, видимо. Видимо, в этом как бы мем. Или возможно.
Знаете что? Возможно, оно на самом деле все еще висит здесь, просто они доставку не смогли сегодня доставить. А Москва стоит потому что они ебанаты, наверное. У них Москва стоит на все эти сообщения, типа. По дефолту от Москвы стоит. Может, в этом мем. И на самом деле посылка все еще здесь находится. Это многое бы объяснило. Хотя там все-таки написано на самолет. Нет, там написано про самолет. Не, все-таки вроде один хер ничего не сходится вроде. Не, на самом деле у нас тоже вроде стало получше работать Почта России, но все равно не курьерские службы. Все-таки в целом все эти FedEx и DHL, ну они сильно быстрее доставляют и сильно лучше, как правило. Ну просто и дороже кратно, очевидно. Типа там любая мелкая эта хуйня будет стоить 2-3 тысячи доставка международная, минимум. Бывает 4-5 тысяч, там, кстати, что будешь заказывать. А типа с почты можно за 1000, за 1500. С Амазонов там заказывать всяких ИБФ, если через почту обычную. Все-таки в этом плане большая разница получается. Довольно существенная. Хотя, в принципе, тут стоило 25 баксов доставка. Это довольно дешево, по-моему. Для Амазона и для UPS. Сколько это? 1,5 рубля. Это довольно дешево. Что удивительно. Просто мелкая посылка при этом, очевидно. Что-то более крупное стоило бы больше, там какая-нибудь книжка уже бы дороже явно бы стоила. Типа эта хуйня весит там, наверное, в грамм. А там написано, по-моему, 0,5 килограмм, по-моему, даже меньше она весит. По-моему, там 0,5 кило пишут вес. Типа очень легкая. Ну, прикол. Ждем дальше. Потом очень хорошо, в итоге посылка вообще осталась на это. Таможня, они там что-то не оформили и перепутали, когда я им звонил. И мне не сообщили ничего. Вот это будет мем. Это будет мем хороший. Это прям был бы очень сильный мем. Ёб твою мать, как я люблю эти ебучие комнаты. Пиздец, с этими ебаными гусеницами. Дангдепс. За что? За что мне этот Дангдепс? Он же будет еще хуже, там уже показали этих новых врагов, они такие мерзкие. Еще больше этих тварей. Дангдепс будет. Репентанс. Тоже весело. О, найс. А, это блайнд. Яйкс. Это же блайнд. А что за скорость? А, видимо, там был проф скорости, если ты долбил. Печально. Я уж обрадовался, у меня скорость большая. Анимешники? Чего? А, юкаю, типа анимешники. Понял. Ау. Найс, брим мужик. КП потерял. Надо не въебать Бонхарт, наверное. Желательно. Где там ХП красная? Все подберем. Отдай. Что, испуганное сердце? Я просто криво руки был. Стоп, а что это такая какая-то странная? Бич плейлист. На выходных будет хороший плейлист. Или раньше выходных. Я его бы убил? Не, я его не могу убить. Как будем НФС гонять, там будет очень хороший плейлист гоночный. Надо почекать, потому что телепорт. Ну,
Да. Будет NFS. Монкастир. Оно самое. 3 дня подряд. Ладно, может меньше. Наверное, как пойдет. На 3 надо будет. Если я сделаю пипи сразу вдруг каким-то хером, то значит будет другая категория потом. Сразу уж. Заодно. Я почти взял, да, потому что думаю, нахуй я себе пошел. Ради чего. Ну я опомнился. Я опомнился. РРО. Да. Сюда нет выхода. Lost. Пролез. Теперь опять жарко. Господи, дебильная погода. Опять теплеет, походу. Вот окно открывать и опять болеть. Терепиус? Терепиус — это не выход. Это терепиус. Мя. Тоже не пошло. Взорвать. Плюс 7. Жестко. Не, плюс 7 это много. Потому что было бы потом плюс 7, потом было бы минус 40 бы. Не, нахуй надо такое. У нас будет 0 на выходных вроде. Тоже будет жопа, наверное, будет таять все, наверное. На солнце. Он опять заморозки. А он машинкой стоял, он 2 дня. На это. Прогревах в снег. В итоге с нее снег стряс, а там дальше лед уже. Типа морда вся просто в лед, корка. За сколько? Сантиметров. Даже сегодня, по-моему, не оттаяло, когда полдня ездил. Фараон пришлось отбивать, нихера не видно было. Мемная хуйня. Это хороший трек, да. Причем это не она начиналась, это, по-моему, лоточер, по-моему, тоже. По-моему. Это точно не Резнера, по-моему, трек. Чач, напомните. Напомните мне, молочко ломает кап терза. Да? Ломает вроде. Типа, если у тебя будет таких, у тебя будет, по-моему, -4, по-моему. С чокмилком минимальный, так что, наверное, да. Ломает. Да ёб твою налево. Файермайн, спасибо. Вот троллинг пошел. Нахуй я его взрываю? Для прикола. Видео. Просто так. Чач. Чач, привет. Ай. Чак. Чачек. Как собить кринжовым? Ну, анкор. Не все это рождаются человеком, но можно им стать, поэтому все может быть. Все может получиться. Нихуя себе, на то у меня тоже все получится. Подожди, у нас сейчас все получится. У нас все получится. У нас нихуя не получится.
Ну, может быть. Блять. Было так близко. Были так близки. Или может быть все-таки. Еще один. Как мне пошло. Импер. Окей. На самом деле. Типа план карты я уже заберу, наверное. С орбиталкой. Говорю, с орбиталкой можно игру пройти. Блять. Дожди. Сложно. Очень сложно. Сейчас. Это какая-то хуйня. Это взять. Ох. Это чё? Эта дырка неправильная. Давай так сделаем. 2 копейки карта. Тебя взорву. 2 копейки потерял. Класс. Бизнес-советы от фьючера. Инвестировали 3, получили 1. Успешный бизнес. Так, ладно, сейчас надо найти еще 8 копеек, да? В идеале, видимо, 15, да, еще? Бля, может быть. А может быть, и получится. Скорее всего, нет. Где я не был? Я не был? Помню, уже везде был. Или нет? Ну, может, не везде. Надеюсь, я не был в этом руме. Вроде я не был в этом руме. Или я там ничего не взял. Или я там не был. Окей. Иди сюда. В челлендж-руме. А где она? Челлендж-рума. Где она такая есть? Закрытая? Я вот не помню вообще, где она. В этом вся беда. О, здрасте. Охуенно взорвало. Как же мне похуй на хп. Нормально. Шанс есть. Шанса нет. Так. О, я еще не был тут. Тут был. Тут не был. Тут был. А! Вот же на этой рума. Ну ладно. Ну хотя, подожди, нахуя мне... Я троллю. Нахуя мне скидка-то, господи. А, это не тоже не особо надо. Ну, ладно, отдай обратно. Верни. Полетели, я перебался. Ходить долго. Так. Еще веселее, найс. Ладно, наверное, пора фарм заканчивать. Где ж мой гапи-то, а? 9 жизней с 2 этажа. С Голдхедом. Как бы Гапи каунтер все еще один, если бы он был на экране. Там было бы написано Гапи 1. Не 2, не 3. И даже не 5. Гапи 1. Всего 1. Гапи точка нет. Получается именно так. Это очень странно. Это крайне странно. Так быть не должно. Никогда гапи. Никогда не гапи. Хорошая песня. Просыпайся. Не гапи 0? Так это еще обиднее. Хотя гапи 1, ты думаешь, у тебя есть шанс. На самом деле шансов нет никаких. Ты получаешь как бы ложную надежду, это очень печально. Получить ложные надежды.
Это неприятно, потому что это инвизион, потом никогда не оправдывается. В итоге тебе еще из этого хуже. Думал, тебе сейчас будут гапи, а тебе будет нихуя. Не будут гапи. Вот что я делал. Блять, это просто пиздец, извините за французы. Кто, блядь, придумал с энергией нож контролит тир, только что убил ран. А, луда нож. Это... Ну это плохо, но это вроде не так же прям мега плохо. Помню, кобальт даже взял это намеренно. На лос, по-моему, старике. Типа у него, по-моему, луда был старт, по-моему. И он взял к нему нож. Если, блядь, не наоборот. Надеюсь, не наоборот. Не, вроде не наоборот было. И в целом, типа, я его не люблю, потому что он медленный, да, он, типа, очень неудобный управлять. Как бы режет-то он неплохо, на самом деле. Но он очень медленно передвигается, да. Там ни хера, по-моему, не шотспит, по-моему, как у слезы ножа, по-моему. А может, и как-то, у слезы, не знаю, хуй его знает, может одинаковый. Ну, короче, бесит, скорость бесит, да. Очень все медленно. Бобс Брейн, ага. BBF, ой, BBF, BFF, Bob's Brain. Найс. Cricket set, найс. Да, как же трахают. Хватит. Какой огромный мозг. Еще айтем, окей. Это что, 3 айтема из 4? Неплохо. Неплохо, неплохо, довольно эффективно. 3 из 4. Тут не видел. Да, 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 пошел. Снак. Сатаник Библия, окей. Батарейка через большую не пойду. Далеко. Если бы мне показалось управляемый дюк. Hello. Дюк у нас не управляем. Дюк у нас абсолютно никак это независимый. Ни от кого. Никем не управляется. Независимый агент. Два блайнда? А два ли, по-моему, уже третий, нет? Да, уже, по-моему, три блайнда. Не управляем совершенно. Наш мальчик стал неуправляемым. Это все после кастов. Стал слишком это. Знаменитым. Ух, дали спидап приятный. Ну сейчас обидут, правда. Уже отобрали. Хорошо было, пока была скорость 1.9. Сочная. Да норм кастер. Он дает типа вам это шанс типа это как воображение включить, когда он отходит и не кастит. Вы можете сами кастить, дает вам шанс его проявить себя. Как в книжке, знаешь, место типа... Книжки просто пустые, это... Страницы запихать. Пиши сам. Так и касты дюка. Иной раз. Но не все. Были же у него, по-моему, это... Нормальные же были, по-моему, несколько. Брим мужик трахает просто... Невероятно.
трахать так, что могут стрим нечаянно это забанить. Поскорее ран заканчивать. Мог выебать Деза, но он мог максимум выиграть Деза, давай на этом остановимся. Выебать Деза он там не особо мог, по-моему. Ладно уж, такие уж определения. Я не помню Либра. Я ничего не помню с этого турнира уже. Я даже свои гонки уже не помню. Только счета помню. Что-то где 4-3 Санти вроде, да, выиграл. Да, это не помню. 5-2. А, 5-2. Проёб. Уже, уже не помню. Вроде 5-2. Там 3-1, да. Наверное, был. 4-1, это типа там уже финал. 4-1, это был бы счет конечный уже. Там бы совсем же был финал бесов 9. Так что там не могло быть камбэка с 4-1 у Дюка. Ну, турики все. По крайней мере, до репы явно все. Типа еще один, это там пока еще ждем. Все еще. Ни анонса, ничего нету. У тебя время-то идет уже. 2 месяца уже осталось, 1.5, уже месяц, по-моему, осталось, по сути. Когда они там будут что объявлять? Посмотрим, уж объявят. Что там за мем будет. Пока еще до конца непонятно. Но больше ничего не будет. Вроде максимум еще один турнир, больше уже, наверное, ничего не будет. Или что-то будет, может, резко. Резко-резкое. Безанонсовое. Мало-мало вероятно, что такое будет. Ну там Death сонный был, можно было его выиграть, да. Типа Дюком играл, по-моему, сразу как проснулся, по-моему. Где-то что-то такое был прикол у Деза с Дюком. Так что Дюк там, в принципе, мог его выиграть спокойно. Ну вот нормально он играл, по-моему. Я не помню, что Дюк сейчас сильно троллил прям. Все мы троллим. У него там был фарминг против всех. Он там и со мной фармил. В этом везде был фарминг. Сейчас у нас как бы этим как бы и славится же. Фармингом. Любит тоже фармить. Фармить приятно, фармить хорошо. Рубаха парень, Грег его называет Вагина Дюд, по-моему. Только я такого ни разу от него не слышал, по-моему. Но говорят, он так его называет. Это, конечно, тоже интересная вариация. Но, да, можно, видимо, и так.